Сразу в двух регионах России выясняют обстоятельства пожаров, в результате которых погибли дети. В Подмосковье огонь унес жизни троих малышей и их бабушки. Трагедия произошла в частном доме в поселке Черкизово Пушкинского района. Еще один ребенок не пострадал. Как раз накануне его отправили в Москву. Причины другого пожара сейчас устанавливают в Якутске. Там огонь погубил целую семью. Двоих взрослых и двоих детей. Сгорание произошло в деревянном многоквартирном доме. Пострадала еще одна женщина. С ожогами ее доставили в больницу. Отмечу, что в Якутии сейчас стоят морозы под 50 градусов. Не исключено, что из-за них люди использовали дополнительные обогреватели.